Наверное, у нас было больше шансов забить, чем у Порту. Так что, думаю, у нас было еще не забито пенальти. Думаю, мы заслуживали победу. Но все-таки Порту провела некоторых хороших атак. Они прижали нас в первом тайме. Но во втором вообще все поменялось, так можно сказать. Больше мы были в атаке, чем они. И, как я и сказал, у нас было много шансов, чтобы забить. Ну, может, сегодня не повезло. Или, может, это и не в удаче, я не знаю, не хочу. Ну, все равно, думаю, все будет лучше в следующих матчах, которые остались. Но в целом «Зенит» устраивает такой результат? Ну, не знаю, мы остаемся еще на втором месте, так что... Ну, не знаю, и устраивает, и не устраивает, так, наверное. Наверное, плюс в том, что все в ваших руках. Ну, конечно. Еще ничего не кончилось, так что у нас еще две игры. А предстоящие матчи вы когда-нибудь играли при пустых трибунах? Я про «Спартак». Ну, я понял. Не знаю. Нет, наверное. Я по этой игре живу, да, вопрос. Еще на гол бывает потерял? Или что-то произошло? Было видно, что была возможность прыгать? Ну, нет, не знаю, просто... Был такой момент для меня, например, так я мог прыгнуть и, наверное, или достал бы, или не достал бы, но не знаю, правда. Но не было такого ощущения, что типа мяч летит не в ворота, а куда-то. Я не потерял ворота, просто, наверное, шаг потерял, а с другой стороны, он зашел в угол, и не знаю, если даже если я прыгну, если бы легко его достал. Вот, в общем, что-то не обязательно, не закономерно. Суппорта не было, да. Ну, конечно, вот и мы так, можно сказать, и потом проснулись, отреагировали, и забили, и во втором тайме играли намного лучше.